Вы меня услышали? Записали. Ему в колледже говорят, садись на мотоцикл. А он на полицейского учился. На мотоцикл садись и езжай. Сдавай тест по мотоциклетному гонщицу. Ну и он, недолго думая, садится. Джим, первую газу дает. И пытается руль повернуть. Опа! А там противоугонка, замок на руле висит металлический. И он и в гараж въезжает. Подожди, у нас история. И все. И мотоцикл. Разломал чуть-чуть, а он еще и с люлькой, люлькой в гараж въехал. И преподаватель говорит, ты че мне замок не снял? А ему преподаватель говорит, ладно, зачет. И все, вот так вот. Покатался.